Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. В общем, история такая. Приехала я в Нью-Йорк. Наконец-то. Но не тогда, когда собиралась, а через полмесяца, потому что я просто тупо проспала свой самолет. И когда ехала в аэропорт, я поняла, что я не готова еще ехать. Что я хочу остаться еще немножко и все. Поменяла билет, осталось еще на 2 недели. Сейчас прилетела в Нью-Йорк. Здесь, слава богу, не так холодно, как могло быть. Я просто рада, потому что я иду вообще в очень тонкой блузочке, в туфельках, в штанишках, и мне абсолютно нормально. Но здесь так пасмурно, и почему-то все время хочется спать. Ты просыпаешься в темноте, и не знаю, здесь все люди не такие добрые, как вообще там. А вообще я все чаще замечаю, что мужчины стали носить каблуки, и что мужчины стали ходить с красной помадой. Короче, мне кажется, это новый какой-то тренд будет. Будет странно. Девочки и мальчики будут одеваться просто одинаково. Просто одинаково. Да нафига этот Лондон? Значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получи реверанс. Сам себе дай шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Никита, рассказывай. У меня свой блог. Вложик, да. Будешь меня пиарить? Да, тебя пиарить. Что я должен рассказывать? Рассказывай, какой ты популярный. Короче, Никита фотограф. Он любит красивых девочек. Если вы красивая девочка, напишите ему. Да никто не смотрит твои блоги, расслабься. Слушай, я сейчас пробил уже дома. Сколько? 2000 максимум, витон 9. 3 не хочет. Мне заходили. Вы спрашивали у меня, или я снимала влоги. Я не снимала влоги вообще. Уже 3 недели где-то. Потому что нынче все перископят. Там не в фокусе всегда, как обычно. У меня всегда все видео не в фокусе. Ну куда ты пошел? Я одна вот здесь. Да что я? А оператор говорит вообще, что снимать не нужно, потому что никто меня не смотрит. Ну ладно. Мы только что дядю напугали. В кафешке какой-то. А вчера мы на полу сидели все вместе и играли с визином. А оператор купил... Мне кажется, I feel like... Ты не будешь. А этот блог очень информативный. Ой, здесь классно, давай идем. А еще мы идем по дороге, и мы находимся в Нью-Йорке. И все здесь просто классно. Правда, Никита? А это Никита. Я его уже рекламировала. Как сладкий батончик. Ну какой ты. А еще у нас классный оператор, но он себя не показывает. Он стесняется. Он, кстати, не в фокусе, кажется, все-таки. А в чем смысл? Никита уже приготовился. Никита, скажи привет. Thank you.
или как там? Пой, ну перчик, пой. Да сейчас, я по второму разу не пою, не надо, на бис не повторяю. Вот так вот я все пропустила, как обычно. Мы тут пришли в украинский ресторанчик, называется Тарас. Бульба здесь так вкусно, просто. Шашлык, куриный борщ были просто. Літала, не думала, без вісті, чекав повернення рай. Сумнівною думками в терезості, п'яні в чорному чай. Так далеко до зими і до морозів. Навіщо спогади собі, навіщо сльози? Що так далеко до зими, то до літа, і може хтось завели я, подарить квіти. Козацька шапка. Так виглядить. Да. Все приходите в Тарас Бульба. Все на районе. Все на районе, в Джойсе. Джойсе, боже мой. Здесь одна кафешка, очень прикольная, Joy Angels называется. И ребята, и мы здесь все время зависаем каждый день. Ты когда не придешь, 100% кто-то будет. Да, я рассказывала кому-то недавно на днях, мне сказали, что, блин, это как в сериале «Друзья». То есть здесь одна кафешка в Нью-Йорке, где мы просто все время зависаем. И мы здесь будем все отмечать свои компании, накупили всякой еды, продуктов. Реченьку сюда, вот еще кусок мяса и можно бежать. Окей, у нас всех забрали телефоны просто. В эту штуку. This is like worth like $5,000. Yep. Булочка. Frederick, come on. Can you dance? Ой, таким джойнтом вы не увидите. Надо отлить. Ребята, всем привет из города Минска. Вау. Минчанин, привет. Я тоже из Минска. Вот так вот встречаются люди. Сейчас мы будем играть в бирпон. Таким вы точно не увидите Joy & Juice, но вообще Диома это супер клевое место, там вкусные кофе, вкусные соки и вообще все. Сашко! Давай! Никогда не было пива, но сейчас мы будем играть. Надо пить пиво! Опа, давай! Потому что мне больно стало ходить. Только что. Все, мы молодцы, мы дружно поубирали. Теперь мы едем домой. Так все дивлюсь за тобою, що й не мушу казати слів.